Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». И у нас новый ивент начался. Так, деревенское восстание. Ворвитесь в деревню, укради яйца для лучшей яичницы на свете. Ну что ж, я думаю, что это нам будет под силу. Но сначала мы откроем с тобой сундук. 20 монет. Ага, буря. Пузи. Телепопка. И малобюджетный Тони. Активируем следующий сундук на открытие. Кстати, надо будет нам потом с тобой на аренке набить, наверное, да, сундучки. Ну что, поехали, вперед. Значит так, у нас здесь 2500 монет. Потом бумеран, 300 кристаллов, 10 карточек на кузнеца Брока. И, конечно же, при 100% мы получаем с тобой новый сундук. И, кстати, там, скорее всего, у нас будет новый персонаж. Возможно. Ну что, давай, наверное, пропускать по десяточке, да, с тобой? Так, показать все сразу же. Что у нас тут? Угу. Дедуля. Хранительница душ. Окей, сразу следующий открываем. Опа! Ребята, это новая карта, у меня ее не было. Так, ну-ка. Если я не ошибаюсь, это чудик, который идет со щитом, да? Так, это куда он относится? К какому классу, а? Вот он. Вот он кто. Это у нас щитоносец Боб. То есть он прикрывается щитом, плюс у него есть копье. Атака повредит всех противников вблизи. Дальше герой держит оборону, стоя на месте. А, так он просто стоит. Здоровье героя постепенно исчезнет. Хм, какой-то странный персонаж на самом деле. Ладно, мы продолжаем с тобой пропускать и открывать ящики. Так, давай показать все. Кролик. Почему, друзья мои, выгодно на начальных этапах пропускать по 10 кристаллов? Сейчас объясню. Вот одна такая ячейка стоит 4 энергии, да? То есть 4 раза мы должны с тобой сыграть. Соответственно, нам дается всего лишь 3 энергии. И, соответственно, одну придется докупать за 10 гемов. Но это на начальных стадиях. Дальше они будут стоить 50 и более кристаллов. Поэтому здесь выгоднее покупать на начальных этапах за кристаллы. Потому что мы тратим всего лишь по 10, да? Даже если открыть полностью ячейку, мы тратим всего лишь 40 кристаллов. В тот момент, когда мы с тобой закупаем энергию, да? 3 единички стоят 100 гемов. Ну, то есть, делай выводы. 60 гемов мы в любом случае с тобой экономим. Так, ну что, поехали дальше. Показать все. Ну, вот это вот ерунда. Зато дедулечка у нас тут 68 карточек. Я думаю, что это неплохо. Так, дальше пропускаем. Показать все. Ох ты, Гринч. Слушай, если не ошибаюсь, Гринч, по-моему, у нас может прокачаться. Опачки, еще, по-моему, один новый дракон. Ребята, что-то у нас тут новинок столько понавыпадало. Слушай, нет, я ошибся, Гринч у нас не может прокачаться. Он уже имеет 4 уровень. А вот старичок наш как раз может. И, кстати, на 20 уровне он получит после смерти, захватит контроль над всеми вблизи. Вот это будет круто. Так, и где же у меня тут дракон-то новый, который только что появился? Вот он, ребята. Надувной газ. То есть при смерти создает лужу огня, наносит меньше повреждений заклинателю. Ну и сам видишь, да, он очень медленно атакует, и скорость движения у него тоже очень медленно. Но тем не менее, эпическая карта открыта, и это круто. Давай дальше открывать, что у нас тут еще будет. Показать все. Ну, это у нас Франц. Это ерунда. Смотрим здесь. Так, этот дракон у нас был. Окей. Получаем с тобой 2500 монет. И продолжаем рулить. Так, ну фигня, этот цветочек. Это бред полный. Так, давай дальше. Что нам тут выпадет? Опять этот кролик. И дедуля постоянно. Дед дается 63 карточки. Ну тут 25. И Эльфред, да? Так, двигаемся дальше. Показать все. Пиратка. Плюс лечение.
Слушай, пока еще выгодно, да? Получается 4 на 20, 80. Поехали. Угу, пузырик. Тина. Что здесь нам выпадет? Монах. Ребята, по-моему, монаха мы можем прокачать. А дальше рулим. Ух ты, еще монах. Ой-ой-ой, тут, ребята, уже перебор, по-моему, да, у нас идет. Опять пиратка. Все, здесь получаем с тобой 40 карточек на бумеран. Ну, правда, я ее не особо, конечно, хочу прокачивать. Но что дали, то дали. Теперь давай подумаем. У нас здесь 60% набить, мы получим с тобой 300 гемов. Тут уже выгоднее, наверное, друзья мои, уже чисто драться самим. Поэтому погнали. Так, секундочку, подожди-ка. Мы там с тобой никого прокачать не можем. Так, кстати, у нас вот этот вот новый появился. А что он делает? Противники убегут, когда герой будет призван. Нифига он такой страшный, на самом деле. Смотри. Ух. Так, что у нас еще есть? Бурю можем прокачать. Можем столб огня прокачать. Здесь пока ничегошеньки мне не нужно. Здесь. Стоп. Бандитка Бирти. Поранит все герои. Слушай, а давай возьмем. Почему бы и нет? Это же карта вроде бы неплохая. Ах ты, больше не хватает. Так, вот. Еще сможем с собой прокачать побольше Тину. Все, да? Больше ничего мы не можем сделать. Здесь я ничего не собираюсь пропывать. Так же, как и у роботов. Вот. Рафаэля нашего загадочного мы прокачали. Шамана, может быть, давай шамана еще качнем. Все-таки периодически я его использую. Монах. У монаха только три карточки. Так, вот, друзья мои, да, Кузи, мы уже смотрели с вами. Хочется, конечно, получить. И, возможно, получим. Возможно. Кстати, вот эту вот я еще ни разу не видел. Карту, это Моргана. Даже у своих противников не видел. Остальных, в принципе, всех видел, да? Тут у нас Пикси, Мумия. Эту гориллу я видел. Так, а вот это что за бабка? Хельга. По-моему, я ее тоже видел. Так, а это у нас... Ну, Виктор, это то же самое, что... И вот этот вот, Гектор. А вот эту, к сожалению, пока еще не видел. Хотелось бы получить. Так, ну вроде бы и все. Ну что, поехали. Будем сейчас тут с тобой дела творить. В бой. Деревенское восстание. Ну, ты сам понимаешь, у них здесь все противники первого уровня. Ну, не считая, конечно, вот этого Франца, плюс Бумеран и Фида. Фида 7 уровень, но это обычная карта, так что... Что он здесь сможет сделать против меня? Ничего. А деремся мы с тобой против куклы Вуду. Так, я не понял, что это за проблемы такие? Ну-ка, летите отсюда. Вот и все. Делов-то на копейку. Старичок метает стрелы. Ах ты, малевка! Кричит эта кукла Вуду. А за малевку он ответит. Да, тут проще полинорепы все у нас идет. Недолго осталось этой кукле Вуду жить. Судя по всему. Знаешь, чего не хватает мне? Мне не хватает офигенного дамага. Вот что я понял. Старичок, он, конечно, стреляет издалека, но у него такой маленький урон. Так, показать все. Ага. Шикарная карта. Так, ну что, друзья мои, поехали дальше. Поехали дальше в бой. Пока ничего заменять не будем.
Янси, 8 уровень. Хотелось бы, конечно, все это побыстрее промотать, пролистать, но нет такой возможности у нас. Так, Янси, иди-ка погуляй. Бежит он сюда, такой довольный. Опа, закололи. Кукла Вуду кричит, ай. Давай, 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 давай. Вот этого. Я думал, мы его успеем переманить на свою сторону, но нет. Отлично. Давай еще одного дедулю вызовем. Все, ему крышка. Кукла Вуду погибает. Показать все. Так, этого мы можем с тобой прокачать. Так, где он у меня находится? Сейчас мы это сделаем дело. Вот он. Улучшаем. Пускай будет. А, мы еще и ураганчик с тобой можем прокачать. Вообще замечательно. Смотри, носки, трусы там летят. Блин, мне бы вот эту магичку хотя бы на второй уровень было бы тоже неплохо. Верно? Так, ну что, продолжаем тогда с тобой битву. Побежали в бой. Так, большая тина. Заборчик тут они поставить хотят. Плюс вот эта вот курятница. Ну, как всегда, первый уровень, так что ничего страшного здесь не будет. Ну и куда ты бежишь? Такая с топориком. Ай-яй-яй. Сосунок. Ну, так, курятница улетает. Бюджетный Тони там наяривает, бежит куда-то, непонятно куда. Давай еще одного цветочного деда. Слушай, я, кажется, знаю, как нам с тобой здесь ускорить все это событие. Нам просто достаточно взять стрелков, да-да, которые бомбят ядрами. Например, Мэнни. А почему бы и нет? Ух ты, друзья мои, мы получаем с вами новую эпическую карту. И я хочу купить выносливости. Так, дай-ка я гляну, что это за карточка? Курица, вот она. Это куриное сердце. Так, очень медленная скорость движения, зато скорость атаки быстрая. Призывает взрывных питомцев себе на помощь. Ну, первый уровень, сам понимаешь, это ни о чем. Был бы у него уровень 3-4, да. Что я делаю, зачем я нажал пропустить? Вот скажи мне, вот что это за глупость с моей стороны? Блин. Ладно, давай тогда еще, наверное, пропустим. Один. Так, Лорен выпадает нам. Ну, а здесь уже попробуем сами пройти. Горилла. Угу. Плюс рыжая Джина. Получи, он кричит мне, получи. Угу. Ладно, а ты не хочешь получить? Сам-то. Не понял, надо, наверное, применять ураганчик. Давай вот так вот здесь сделаю. И вызываем с тобой Гринча. А этот рассыпается прикольно, да? А как ты думаешь, он пишет серьезно? Конечно, серьезно. Он думает, что я шуточки с ним, что ли, здесь буду шутковать. Все, кукла Вуду. Адьюс. Так, дайте мне награды. Смотри, нам выпадает постоянно монах. Нет, это хорошо, это круто. Потому что мы его сможем потом прокачать. Так, ну что, давай поп... Ох ты, мумия. Ну, первого уровня. Что она мне сделает? Ну, будет толкать, да, я не спорю. А у нас есть вот что. Всех их туда, к ногтю. Готово. Он проигрывает здесь только лишь из-за одного, друзья. Потому что у него очень маленький уровень. Был бы уровень у него посерьезнее, мне бы здесь не сдобровать. Тыч. Так, отлично. Опять он вызвал свою мумию, а? Понятно. Разобрали с полтычка. Также Янси этот побежал. Че? А, вызвал он этого скелета.
Ну вот, по-моему, и все. Доигрался парнишка, да? Давай я еще вызову дедулю. Все круто. Никаких претензий у меня нету. Так, пропускать. Пропускать я пока не буду. Сейчас мы с тобой добьем, кстати, и получим 300 гемов. Поехали. Ярость. Ну, ярость мне здесь не страшна, так же, как его заморозка. И кузнец вот этот Брок, фигня полная. Я не знаю, на что он тут рассчитывает. И почему такие ивенты легкие на самом деле здесь, я не понимаю, ребят. Могли бы их как-то усложнить. Но нет, они этого не делают. Так, цветочный дед получает люлей от кузнеца. Так, вызываем с тобой магичку. Вызываем еще деда. Опа. Смотри, что делать. Заморозку врубил. Ярость. Ну, кузнец под яростью — это, конечно, глупо на самом деле. Его тут быстренько запинает. Давай еще одного Гринча позовем. Рыжая Джина погибает. Кузнец дает люлей нам все-таки потихоньку. Но я думаю, что здесь победа будет за нами. Безоговорочная причем победа. Есть. Вот и все. Покажи все. Опа-на. И сразу мы с тобой можем прокачать эту курицу. Получаем 300 гемов. И я пошел прокачивать карты. Вот она. На третьем уровне он получит что? Иногда сразу может победить героя, если здоровье минус 30%. Это прикольно. Слушай, дай-ка я посмотрю вот эту вот карту. Вместо кого бы тебя взять только? А вот сюда вот. Просто хочется глянуть, насколько мощно она бомбит. Так, пропустить? Нет, конечно. Какой пропустить? Давай сюда. Мы сами уж как-нибудь тут справимся. Верно я говорю? Четвертый уровень. Это обычная карта получается, да? Что-то я, если честно, думал, что она эпическая. Если я правильно думаю. Ну да. Ой, как она мало урона наносит. Ёк-макарёк. Так, срочно ее заменяем, потому что это не дело. Ты видел, сколько урона? Смешно. Просто смешно. Так, Розалин, да? Нагнули мы ее. Эту тоже нагнули. Пумс. Давай, бей своих, чтобы чужие боялись. Розалин, да куда бежишь? Ага. Ух ты, что это у нее там интересно? Только смотри. Видишь, она как бьет, интересно. Давай, беги. Не, на самом деле ерунда какая-то. Чувак этот на бочке. Может быть, там есть еще какой-нибудь чувак на бочке, а? Потому что я помню, против меня вот этот вот выходил, так он бомбил всех. Особенно вот если тут дедули, да, стоят. И ко всему прочему стоит, например, стрелок Полли. Вот эта хламонка всех давила. Даже не доехали. Ух, справились. Так, ну что, ох ты, печенька нам выпадает. Так, давай-ка я все-таки поменяю карту. Так дело не пойдет. Я вам лучше Мэнни возьму. Тут либо Мэнни, либо вот стрелка. Стрелок, кстати, тоже неплох. Даже мне кажется, он будет лучше, чем кто-либо. Погнали. В бой. Так, у него здесь со щитом телепорт. У него есть ураганчик и Мэнни. Ага. Вот ты, значит, что задумал. Ну, вот так вот сделаем. Так, и поставим с тобой яд. Слушай, я вообще-то думал, что он будет стоять на месте. Там было написано, что этот рыцарь защищается только если стоит на месте. А он там почему-то пошел еще куда-то. Слушай, сейчас у меня Поле здесь всех, по-моему, расстреляет. Тебе так не кажется? Телепорт взорвали к ядрине фени. Вот и все. Ну, быстро, быстро, конечно. Так, получаем с тобой награды. Гринч.
Так, нам нужно с тобой еще сделать сколько тут получается? Два поединка. Поехали. Опять у него тут чудик со щитом. Но я так понял, что он ватный. Если бы здесь уровень был бы, например, 20-й, 30-й, вот нам бы здесь не поздоровилось. А так... Давай, сдуваем их туда. Вон они погибают. Только шорох. Ах ты, малявка. Я вызываю Полли. Неплохо мы бомбим. Так, шаропопка. Да ну. Врача. Врач тебе не поможет, парень. Тебе поможет только одно. Реанимация. Это в лучшем случае. Фокус-покус он мне... Ты видел, да? Он такой фокус-покус заморозил моих юнитов и сам отдуплился. Ох, еще одна карта выпала такая. Это круто. Так, ну а мы с тобой восстанавливаем полностью энергию. Потому что, ребята, выгоднее, конечно же, 3 раза сыграть за 100, да, кристаллов, чем один бой пропустить за сотню. Так, а здесь Лорен, ну, второй уровень. Естественно, для нас это просто смех. Для наших, ну, я хотел сказать, супер прокачанных юнитов. Не такие уж, конечно, супер прокачанные, но тем не менее. Так, Лорен. Слушай, она даже на втором уровне неплохо. Что? Это что такое? Иди-ка ты отсюда. Как она здесь появилась? Я не понял. Не, серьезно, я не врубился, а как она тут оказалась? Ну-ка, Полли, выходи. Все, ему крышка. Кстати, кукла Вуду, мы когда с тобой вообще в самом-самом начале начинали играть в эту игру, да? По-моему, первый тренировочный босс был как раз этот кукла Вуду. И нам опять достается пиратка. То есть пиратку, если прокачать, это, конечно, будет круто. Но если брать сравнение с игрой Summoner Storm, да, которую пиратка там просто бомбит без остановки, здесь пиратка очень медленная. То есть она сделает выстрел там, то есть 50-е. В Summoner Storm она, конечно, бомбит без остановок. И причем урон у нее офигенный. Кстати, надо будет как-то зайти в Summoner Storm и поиграть. Давно мы там не были. Тихо, ты. А это, слушай, бочки мы тоже с тобой сносим. Вот оно что. Куранок готов. Так, давай-ка, старичок, выходи. Ну, конечно, мое самое большое желание прокачать вот этого дедулечку до 6 уровня, чтобы он мог сам себе лечить. Вот это будет классно. Так. Бомбим. Кстати, по кукла Вуду получает фиксированный урон, друзья мои. Сколько бы ты здесь ни ставил сил, да, или сколько бы ни наносили дамага твои юниты, кукла Вуду будет получать ровно столько, сколько ей положено. Ни больше, ни меньше. Погнали далее. Ну, здесь ничего интересного нету. Кукла Вуду и здесь тоже получит своих звездюлей положниковых. Хочу подчеркнуть. Слушай, а зачем мне здесь Гринч, если я никого здесь все равно не воскрешаю? Скажи-ка мне на милость. Потому что, ну... Мы в любом случае здесь как бы с тобой, ну, всех сможем завалить. Я вообще сейчас выберу другую команду и попробуем ей сыграть. Так, ну что, Вуду, допрыгался, не? Конечно, допрыгался. Так. Есть контакт, отдуплился. Показать все. Вахтерша Мона. Ну что, восстанавливаем. Слушай, а нам хватит с тобой кристаллов? 3. Блин, тут запаришься считать. Ладно. Твою налево, я же хотел поменять Гринча. Давай мы это с тобой сразу сделаем. Гринча, а на что его поменять? В принципе, можно взять вот этого. Он будет неплох, он быстро бежит. Соответственно, будет наносить много урона. Вместо деда. Нет, зачем нам вместо деда? Мы с тобой вот так вот возьмем.
Хопа. Кто у нас еще есть с массовыми атаками? Ну, у нас есть Раф, который не кисло бомбит. Ну что, попробуем в бой. Сейчас будет кому-то очень больно. Поехали. Ох ты, ох ты, ох ты, началось, да? Тихо, тихо, сейчас попробуем сейчас его бомбануть. Бомбанули аж 20 раз. Смотри, что вытворяет, а? Смотри, что он здесь вытворяет. Дедулю не так-то легко подбомбить, как мы видим. Слушай, по-моему, у меня так дольше поединки будут идти, чем были до этого. Тебе не кажется? Да нет, вроде бы нормально все, да? Так, дедульки там у меня, знаешь, такие, как будто в окопе сидят, бомбят. Показывай все. Бернадет, опять же, да, нам выпадает. Погнали дальше в бой. Кузнец. Дракон. Торни. Давай-ка мы попробуем кузнеца перехватить. Че, не хочет, что ли? Так, каждая третья атака этого старика, по ходу дела, переманивает юнита на нашу сторону. Лорен, а ты что здесь стоишь? Ты беги туда дальше-то. Стоит она где-то вдалеке. Вот и все. Вот и все. Показывай все. Ну что, мы с тобой получаем 10 карточек на кузнеца Брока. А, бригадир. Тут его звать бригадир. Там он был кузнецом, тут уже стал бригадиром. Погнали. Стрелочка показала, что этот поединок будет легким. Окей. Идет, еле-еле, да? Но у него, смотри, у него здоровье потихоньку уменьшается. Тихо-тихо-тихо, блин. Так, Раф, давай туда бомбани, пожалуйста. Вот, сразу двоих. Это у нас поваренок тут бомбит чем-то непонятно чем. Портал взорвался. Ну, Рафаэль, давай. Отлично. Вот и все. Ну, быстро на самом деле мы тут проходим. Это неудивительно. Фигня какая-то. Этот кролик-единорог — это полная фигня. Да, покупаем. Просто хочется, ну, достаточно серьезных противников увидеть, да, с которыми действительно нужно воевать, а не шутя, как говорится, их проходить. Я не напрягаюсь вообще нисколечко. Так. Ах ты, кузнец, ты паршивый, а? Ты посмотри. Угу. Прогуляемся. Там мои стрелки бомбят. Ну это круто. Давай-давай, по-своему, пожалуйста. Ах ты, малявка, кричит. Да нет, парень, малявка — это ты. Че, колбасим? Колбасим. Тыч. Все, крышка ему. Готов. Меня больше интересуют здесь сундуки. Бригадир Брок. Поехали. Так, тут Джина, бригадир, опять же. Плюс хранительница душ. Смотри, половину здоровья отнимаем, но он третьего уровня. Пубух. Тихо-тихо-тихо. Не буя... Хотел сказать, не буяним. Поздно. Так, мне нужен Рафаэль. Рафаэль, выходи, пожалуйста. Интересно, у него, конечно, здесь базука такая, да? Бочка заклепанная вся. И он еще из нее как-то бомбит.
Так. Ага. Давай, 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 раскручиваем. Шикарно. Ну-ка, да показываешь все. Опять эти кролики, а? Так, ну что, мы еще один поединок с тобой успеваем здесь сделать. Я тебе скажу следующее. Этот ивент мы с тобой пройдем. Да-да. Именно сегодня, без всяких перерывов на обед и тому подобное. Как говорится, одной заходкой. Так, мне не нравится этот шаропопка. Мелкий паучок, а такой жесткий, а? Ну вот как такое может быть? Вот этот вот поваренок и мой Оркраф. Он во сколько раз их мощнее. И посмотри, почему-то не сразу он их убивает. Так, валим. Угу, не успели. Так, этого поваренка надо захомутать. Опа. Так, Полли. Щекотно ему, ты понимаешь? Ему щекотно. Мы его бомбим со всех сторон, а он кричит, что ему щекотно. Так, мы можем, в принципе, позвать еще одного Рафаэля. Только зачем? Потому что ему сейчас крышка этой куклы Вуди. Все, распетрушили. Показать все. Опять вахтер Шамона. Да что ж ты будешь делать? Ну что, покупаем с тобой гемы. И вперед. Так, смотри-ка, здесь кричащая банши. И, кстати, уровень уже третий, третий, четвертый и четвертый. То есть потихоньку-потихоньку противник растет. Прям перед носом взял, поставил свой забор, а? Никчемный. Так, не понял юмора. Убежал, убежал, убежал мой чувак. Бежит. Но твою налево, а? Зомбарей тут своих плодит. Так, где ты, алкоголик? Они пошли ли были куда-нибудь подальше? Все. По-моему, Вуду доплясался. Ты сам видишь прекрасно, что тут здесь происходит. Так, ломаем эту всю фигню. Есть. Сундук. Давайте мне сундук. Так, бригадир Брок. Слушай, нам придется, наверное, еще докупать. Одну энергию нам не хватит. Блин, вот из одной энергии придется тратить 100 гемов. Это немножко как-то обидно. Так, пузырик идет. Так, ну это мы сейчас с тобой все сломаем. Так, а вот то, что он тут со взрывчаткой бежит, это, конечно, не есть гуд. Давай, давай, давай. Блин, надо было не так делать. Так, хорошо, мы его уничтожили. Так, здесь начинаем закалывать потихоньку. Да чтоб тебя. Есть. Вырубили. Смотрим. Ну, Гринч уже лучше. Два поединка нужно, а энергии только лишь на один бой. Фиг с ним. Ничего не жалко. Как говорится, как гемы получили на халяву, так мы их и растратили. Ничего там страшного нету. Опа, опа, цыплак вышел. Так, он вызывает своих цыплят, этих мелких. Ага. Смотри-ка, какой. Давай, 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 давай. Есть. Так, пиратка, смотри, как она выглядит, когда прокачанная. Красиво смотрится. Так, ну-ка давай возьмем с тобой нашего стрелка. Вызовем опять побольше старикашек здесь. И я думаю, что все, приплыли. А нам нужно с тобой сделать всего лишь один поединок. Показать все. Опа. Курочка Ряба. Ну что, ради вас, друзья мои, потратим 100 гемов ради
Я мог с таким успехом просто пропустить бой, верно? Да, мог бы. То на то и вышло, что я пропустил бой, что я сейчас просто-напросто потрачу энергию. Только разница в том, что там без поединка, а здесь все-таки поединок у нас. И ты его прекрасно видишь. Ать, не успел. Так, пиратка бежит. Вот ее бы захватить, было бы неплохо. Угу. Франц, он замораживает. Вот это, конечно, бесело. Поваренок. Даже ничего не успел сделать. Видишь, она очень долго, ребят, перезаряжается. Вот здесь пиратка как-то не особо мне нравится. Слишком медлительная, так скажем. И вот эта лучница, какая же она медленная. Ё-моё, пока стрелу достанет, что-то переждет. Потом только начинает стрелять. Все. Ну что я тебе скажу. Нам надо забрать с тобой сундук. Все ради него. Опять эта курица, да? Ну и самая главная награда. 2000 монет. 200 кристаллов. 30 кексиков. Финфиники. Брок-любовник. Кричалка Банши и парящий Будда. Парящий Будда у нас, друзья мои, есть. Единственное, что мы можем, это, конечно же, улучшить эту карту. Вот он. 5000, да, стоит улучшение. И что у него тут на втором уровне открывается? Иногда дает союзным героям иммунитет к яду. Иногда. Слушай, ну атака всего лишь 33. О, друзья мои. 33. Ну это смешно. Воу. Вот это я понимаю, монах. Сколько у него становится? Так, опа, опачки. Сколько после удара возвращает? 100% повреждений противнику. Фига себе. То есть полностью возвращает урон. Обалдеть. Ну вот здесь 309 атака. Это уже лучше, намного лучше. Так, у нас сколько у нас денег? 25 тысяч. Ну что мы можем с тобой улучшить? Давай подумаем. Может быть вот этого? Так. Пузи. Так, а вот этого стоит нам прокачивать? Ляля Олаф. А ладно, пускай будет. С погремушкой с такой... Роботов я... Вот единственное, что вот этого можно было бы, конечно. Так, получается вторую, ребята, звезду. Так, шестой. Восьмой. Девятый. И на 10 уровне у него атака иногда отбросит и оглушит всех противников вблизи. Вот это было бы неплохо. Я бы даже сказал, это было бы очень круто. Так, здесь никого не хочу, здесь тоже. Нет, вот единственное, что, наверное, можно. Цветущий Торни. Так его теперь звать. Деньги здесь как вода. Опа. Вторая звезда, и что? Что это у нас? 30% шанса, что атака замедлит противника. Угу. То есть она может замедлить вражеского бойца. И все получается пока. Да, друзья мои, все. Ну что, давай, наверное, набьем с тобой сундучки. Для этого, естественно, я поменяю обратно своих бойцов. Это должен быть ураган. Это должен быть кислотник. Так, а здесь-то кто у нас был? Вспомни теперь. Дай-ка я возьму, наверное, вот эту вот курицу. Хочу просто потестить. Ну что, поехали. Вот, смотри, смотри, ребята, вот это я понимаю. 11 уровня, эпические карты 11 уровня. Сейчас мне тут будет такой трындец. Мона еще, да. Тут меня, конечно, сейчас расклепает. Хотя дедуля, я надеюсь, мне поможет в моем непростом деле.
Так, ураганчиком туда их всех. Плюс кислота. Что у них там получается что-нибудь, да? Ну куда ты? Давай, Полли. Что там творится? Я ничего не понимаю. Ага, всех моих там уничтожили. Вот он что. Ну. Воу-воу-воу-воу. Да хорош. Есть контакт. Такой пузырь надутый, ты посмотри на него. Так, тут надо больше дедулек все-таки звать. Что-то никак у нас тут не получится. Ничего путевого. Отравляшку. Давай еще Полли позовем. Цветочный дедуля. Так, этот упал у нас, да? Ну. Да, мы здесь с тобой будем, наверное, очень долго с ними драться. Очень долго. Давай, курица, выходи. Ох ты. Но мы его тоже успели подбить. Вражеского Полли. Есть. Арена мастер погиб. Мои наградочки. Ну слушай, неплохой сундучок нам выпадает. Слушай, дай-ка я поменяю эту курицу. Что-то как-то я немножко расстроен в ней. Давай вот этого вот поставим вместо курицы. Посмотрим, как он будет у нас бомбить. Ох ты, тихо-тихо-тихо, подожди. Цветочный дед, это все у нас есть, кислота. Подожди-ка, подожди-ка, что же мне тут? Справимся ли мы? Хорошо, давай проверим. Тут посмотри, какой уровень. Легендарных карт, 8-й уровень. Это, ты посмотри, какая у него броня на голове. Только полюбуйся. Так, срочно, срочно яд. Так, это мы с тобой уничтожили, да? Полли, выходи. Тырич. Круто он, да? Одним ударом всех снес, прикинь. Слушай, этот робот-то неплох вроде бы. Посмотри-ка. Тырич. Нифига он там урона наносит, я тебе скажу. Крутой чувак, кстати. Мне вообще зашел на ура. Так, и последний у нас с тобой поединок. Ё-моё. 7-го уровня. Тут слишком много танков. Слишком, ребята, много танков. Так, цветочный дед, выходи давай. Блин, неужели сейчас поставят защиту? Точно, поставил защиту все-таки. Ладно. Пускай они там стоят. Отравленными. Угу. Полли, выходи. Что он там делает? Я не могу понять, что с ним происходит. Пушка, пушка, пушка. Сломали пушку, ребята. Я еще одну вызываю. Нет, нужно с этим кузнецом что-то делать. Че, куда он ускорился-то? Эй! Куда ускорился кузнец? Объясни мне. Вот правильно, пускай бьет свои же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да как же ты так делаешь-то, а? Пора их немножко отсюда убрать, мне кажется, да? И поставить здесь яд. Совсем другое дело. Слушай, а что они так ускорились-то? Посмотри, бабах, друг друга там бомбят. Мне не нравится, что здесь. Кто там рисает? Кто сейчас там оживлял? Объясни-ка мне на милость. Не успел просто разглядеть, к сожалению. Слишком много кузнецов, ты посмотри. Слишком много противников.
Давай, 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 родные мои. Так, может быть, нам... О, сейчас он своего же уничтожит, да? Ай, дедок, дедок. Молодец, красавчик. Ну что, ребята, сундучки у нас с вами полный комплект. В следующей серии попробуем пройти... Ну что тут будем пробовать? Не будем пробовать, а будем проходить. До 371 миссии, получается, да? Потому что здесь будет 370, мы ее пройдем и остановимся на 371. Но это уже будет в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.